Счетчик управляет при пожарном охранении. Матрас, одеяло, две простыни, подматрасник, чтобы не портить матрас, подушка. А также личные вещи, там письма, фотоальбомы, ну что, согласно, там разрешено хранить. Сколько стоит полтинки? Ну да. Приехал в Торжок посмотреть на быт, военную технику, так как она мне очень нравится, я в ней разбираюсь немножко. И, в принципе, может быть, даже пойду служить в Торжок, в вертолетный полк. Трехразовые занятия по физподготовке, уроки физкультуры. И дополнительные, там у нас широкое развитие получил так называемый дворовой спорт. Видимо, свое. И плюс еще, наверное, состояние медицины все-таки каким-то образом и улучшается. И, следовательно, и от этого состояние призывника несколько лучше.